Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Ривенгард. Забираем с тобой награды. Так, две книжки опыта. Хорошо. Так, что у нас тут по ежедневкам? 500 монет. Бесплатно. Ребят, с деньгами тут вообще проблема огромная просто. Так, что я могу здесь прокачать? Крушение. Вот и все, и нет у меня денег больше. Друзья, не могу я пройти уровень этот, хоть ты тресни. Я имею в виду на основной сюжетке. Сколько раз уже пытался, вот этот 59-й, но не получается. Я не знаю, сегодня будем пробовать еще раз. Возможно, даже всю энергию солью, но этот уровень нам нужно пройти. Дело в чем, что мои герои здесь слишком слабые, их очень быстро разбирает. Прокачать у меня нет возможности, потому что не хватает денег. А жетонов мне на них не дают. Так, давай-ка мы, знаешь, что с тобой сделаем? Пойдем, пройдем. Ага, здесь у меня пока еще нет возможности играть. Давай в берег сокровищ поиграем. Пока есть у нас возможность, две попытки. Может быть, хоть что-нибудь заработаем здесь. Книжка опыта, причем большая. Я хочу ее получить и прокачать себе какого-либо персонажа. Кстати, у меня появилось два новых персонажа. Или один. Не помню точно, ребята. После боевки посмотрим. Так, что у нас тут? Ну, давай я, например, сюда схожу. Так, ты будешь бомбить-то? Окей. Так, ты сюда, а ты встанешь сюда у меня. Тихо-тихо-тихо. Подожди секунду. Давай мы, наверное, сделаем вот так вот. Ты встанешь сюда, а ты звезданешь молнией. Так, давай вот эти вот кувшины. В плане ты не можешь. Понятно. Хотя, секунду, подожди-ка. Вот так вот мы можем сделать. Угу. Давай вот эту бочку, наверное, подожди. Блин, тут шипы. Тут у нас с тобой шипы. Убей. Сундук. Осталось два хода написано. Давай-ка я вот этот сундук попробую сейчас. В плане он не ломается. Что за фокус еще? Сундук, который нельзя сломать. А вот и книга. Я ее забрал. Да хорош, ты серьезно что ли сейчас? Ну-ка, да я попробую так вот. Ну вот. Это был, ребята, последний ход. Да, мы с вами все забрали здесь. Хорошая, видать, сфера, раз она лежала в этом сундучке. Ну что, еще у нас с тобой есть одна попытка. Здесь опять же книжка. И будет также сундук. Блин, вот этого бы получить. Может быть, конечно, нужно прокачать либо голема, либо еще кого-нибудь. Но прокачка, ребят, ну никак не получится, потому что нет элементарно на них осколков. Так, сейчас повылупляется, да? Начинается, да? Разборочки. Так, я вызову, наверное, рыцаря. А, я не смогу, пока не смогу. Но я сделаю, знаешь что? Я сделаю следующим образом. Вот так вот. А здесь... А здесь, наверное, выпустим рыцарей. А почему один-то опять? Ну, это несправедливо. Это, ребята, несправедливо. Так, сундук, вот он. Вот он, друзья мои, этот сундук. Его очень хорошо бомбит дракон, кстати, я заметил. Так, а ты как? Ну, тоже, в принципе, неплохо, ребята. Окей. Давай вот здесь вот взорвем. Сундук надо забрать. Замечательно. Так, заберем монетки. Книга забрал. Молодец, красавчик. Книжку мы с тобой забрали. Так, это забрали. Ну, заберем монетки и, в принципе, все, ребят.
Деньги профукали, но и бог с ними. Там не так уж и много. Вот книжка, это хорошо. Ну что, давай пойдем с тобой на следующее тогда испытание. Сейчас посмотрим. Здесь уже все. Две попытки мы сфейлили. Точнее, отыграли. Остаются гильдейские рейды. Дракон. Ребята, можно, кстати, попробовать его сейчас забомбить. У него осталось сколько там здоровья? 1600. Ну, не знаю, это надо где-то по 700 тысяч урона наносить ему. Точнее, по 700 урона. Так, ну что же. Попробуем. Вот один, ребята, из новых персонажей. Вот он, один из новых персонажей. Давай, наверное, сюда переместим. Так. Пропускаем ход. Он сразу сделал призыв, да? Так, дракончик, давай, вжаривай. Сделаем с тобой вот так вот. Поехали. Отлично. Так, а ты отойди оттуда. Пропишем молнию. Вот так вот. Ай-яй-яй. Как же ты бомбишь-то сильно, а? Блок. Сейчас было хорошо, ребят. Пошли дальше бить. В плане, блин, тут... Тут перекрыли мне путь. Погнали. Так. Ну смотри, почти 1000 мы нанесли ему урона. Почти... Нет, ребят, не 1000. Я не туда посмотрел. 600. 600 урона мы нанесли. Ну, в принципе, это неплохо. И есть шанс, что мы его сейчас забомбим. И получим награду, естественно. Тем более у нас 3 попытки есть. Погнали. Так, жалко, конечно, что этот у меня выпускает, но они слабые, вот эти вот тритончики, так назовем их. Начать. Давай-ка мы, наверное, сделаем с тобой немножко по-другому. А, я не достаю. Вот это новости. Что, серьезно, что ли? Да, я не достаю, ребят. Тогда сделаем вот так вот. Вот так вот встанем и сделаем пропуск хода. Этот, конечно, тут бесява, бесява, ребята. Предлагаю вот так вот сделать. Поехали. Бомбите. Так, здесь провокацию никак не взять мне. Вот так вот тебе. Ой-ой-ой. Поехали. Урон. 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 Так, он переметнулся, да? Слушай, ну пока вроде бы неплохо. Давай еще, наверное, вот так вот сделаем. Так, отлично. Сколько? 525 нанесли урона. Сейчас до 600 догоним. Вот, уже хорошо, ребят. Слушай, есть шанс, что мы сейчас его победим в следующей схватке. Эх, мага завалили. Обидно. Обидно, что мага бомбанули, ребят. Короче, у него остается 276 здоровья. То есть, сейчас мы его сможем победить.
Лишь бы меня никто не переплюнул. А то, наверное, желающие там есть тоже побороться. Слушай, а может быть мне вместо... Нет, оставим его. Он неплохо отвлекает. Вот этот вот жабаненок. Он неплохо отвлекает. Так, недостаем, да? На тебе. Вот куда он полетит, этот гаденыш? Я не знаю, ребят. В какую точку? Встанем здесь все. Вот он как делает. Угу. Поехали. Так. Вот так. Здесь, наверное, нам... Давай все-таки так сделаем. 14 хп у него всего осталось. Все, друзья мои. Мы его уничтожили. Легендарный удар. Вау. Уровни, конечно, тут, ну, как бы опыта дали прилично. И это хорошо. Ну что, забираем сундук и открываем монеты. Нифига себе, пыль. Ох ты, булава. Еще одна булава. Ну и, как ты понимаешь, мы с тобой двигаемся дальше. А кто у нас там идет? Вот этот, да? Паутинный дракон. Так, что у нас тут? Так, пока, ребят, пожертвовать ничего абсолютно не могу. У меня у самого выше крыши, как видишь. Вот, ребята, вот новый персонаж у меня. Перри. И которого ты уже видел. Это вот этот вот... Где же он? Вот он. Джикс. Ну, Джикс мне понравился. Такой прикольный чувачок. Сам ты видел, да? Прекрасно, он бросает яйца, из которых вылупляются такие маленькие тритончики. Ну, я их называю тритончики. Я не знаю, кто они там на самом деле. Но довольно мило. Так, а что ты хочешь сказать? Выковать. То есть я могу улучшить. Окей. Улучшили. Могу уровень ему немножечко прокачать. Яд иглобрюха. У иглобрюха очень сильный оглушающий яд. После того, как цель получит урон от Джикса, он ее отравляет. Так, из-за яда враги до конца боя получают на 8 единиц урона больше, когда им наносят физический урон. Исцеление снимает эффект. Механических героев и неживые предметы нельзя отравить. Это я в курсе. Так, надеваем сюда. Прекрасно. Что у нас еще здесь получается? Вот этого как-то хотел, ребят, но... Не выходит ни шиша. Так, рыцарь, что у тебя? Может быть, опыт? Применить. 17 уровень, друзья мои. 17. Офигеть, в лавку. Уже даже денег не хватает, чтобы прокачать скиллы. Именно об этом я тебе тогда и говорил. Улучшить. Так, улучшили щит. Так, бабуль, ты что тут? Ага. Новый ранг, давай. Прекрасно, ребята. Бабуля Таваридзи получает у нас уровень. Пока все. Давай посмотрим, что у нас здесь. Так, в натиске откаты. Тут откаты, откаты. Сезон закончился. И... Так, я перешел на следующую лигу, ребята. Надеюсь, вы тоже там со мной перешли на следующую лигу. Ох ты, щит получил. 3 карточки на персонажа. Слушай, ну неплохо. Так, давай-ка мы с тобой вот здесь вот подеремся. Это, ребята, халявный бой. Потому что у человечка 800 всего лишь мощей. 800 это мне, как говорится, на один зубок. Начать. А, так, бабулечку мы, наверное, с тобой... В плане. Мне даже не дали разместить. Ладно, маг, ты достанешь там? Нет, он ни до кого не достает, ребята.
Так, бабулю спрячем в кусты. Пропустим ход. Ёлки-ты-палки. Это хорошо, что я ее спрятал. Пора зажигать. Так, подожди, нет. Вначале сделаем вот так вот. Отлично. Теперь конники. Теперь молния. Теперь можно вот так, наверное, сделать. Все. Прекрасная победа, ребята, у нас. Так, я смотрю, скоро дракончик получит уровень у нас. И кто? И бабуля. Подожди, какая бабуля? Бабуля вроде бы уже получила левел. Так, давай еще одну победку с тобой быстренько сыграем. Вот такой же простенький у нас, ребята. Я надеюсь, вы ареной не пренебрегаете, друзья мои. Я имею в виду соклановцы. Потому что нам нужно с вами... Так, это мои, что ли, здесь? Окей, давай. Это плохо. Это плохо. Ну-ка, если так. А вот это хорошо. Бросаем. Блин, обожаю вот этого вот жабаненка. Как он мне нравится. Его бы еще прокачать было бы вообще великолепно. Так, подмогу. Тынц, тынц. Ну и тут остается дракон. Так, пропускаем ход. Молодец. Все, друзья. Ну тут халявная победа, и мы с тобой зарабатываем сундучок. Давай посмотрим, что нам выпадет из него. Естественно, у меня сейчас в приоритете именно голда. Мне нужно больше денег. А тут дают всего лишь 53 монетки, 2 гема, маленькая книга опыта. Так. Это что у нас такое? Эликсиры жизни. Ну что, давай попробуем еще. Пока дают такие вот халявки, ребята, надо пользоваться. И, как говорится, у нас, по-моему, 15 билетов, да? 15 боев мы с тобой можем здесь сыграть. Ну, здесь абсолютно то же самое, ребята. По-моему, та же самая команда. Как по мне. Ну-ка. Сюда. Так, дракончика тебе надо вот сюда вжаривать. Ну все, крышка ей. Да, друзья мои. Очередная наша победа. Но дракончик, там тебе немножко осталось. И уровень будет. Чем лучше у нас и больше уровень, тем сильнее мы с тобой будем. Так, смотри, здесь уже да. Здесь уже посерьезней. Давай вот этого возьмем. Есть вероятность, что мы можем выиграть. Кто-то говорит, используй Зольку с ее пушкой. Как вариант, ребята. Как вариант начать. Так, секунду, здесь немножечко. Хо-хо, ну-ка попробуем так. Прекрасно. А здесь вот так хочу сделать. Его надо уничтожать. Этого рыцаря нужно уничтожить. Все. Достанешь? Достанет. Так, пошла цепная. Ну, слушай, здесь победа будет за нами. Это я тебе точно говорю. Бабуль, ты достанешь? Достанет. Все. Есть, 15 уровень получает у меня дракон. Кстати, скоро маг тоже у нас получит уровень. И сейчас мы с тобой, по-моему, еще и сундук заработали, да? Если не ошибаюсь, 4 победы нужно было сделать. Так, 58 монет, 1 гем. Книга среднего опыта, это что такое у нас? Что это? А, хорошая точила. Так, теперь нужно 7 побед. И тут уже будет эпический сундук. Ну что, давай попробуем его заработать. Я, ребят, специально оттягиваю время перед боем по основной сюжетке, потому что я больше уверен, без прокачки не пройду. Поэтому хочу здесь немножечко прокачаться, так сказать. Ну-ка, попробуем, короче, начать. Хотя, подожди. Вот так вот мы сделаем. Теперь вот так. Не совсем то, что я хотел. Я бы даже сказал, совсем не то, что я хотел.
Так, бабуль, убьешь дракона? Контакт есть. Воу-воу-воу-воу-воу. Смотри, что пошло, 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 поехало. Так, мы сейчас с тобой минусанем, наверное. Хотя, погоди. Не достает. Блин, Ридзи не достает. Давай так вот сделаем. Ну, в принципе, и все. У нее нет больше кругового удара, поэтому ей нечем нас, как говорится, запугать. А мы ее уничтожаем. Вот такая вот, ребята, тактика. Так, все-таки Ридзи скоро получит уровень. Также получит у нас кодник и маг. Я, наверное, постараюсь сейчас это все сделать. Единственное, что я не смогу прокачать скиллы. Это вот, да, обидно. Ну что, еще два боя. И вот тут придется обновить, ребят. И здесь, по-моему, тоже 35 тысяч. Ё-моё, это ж... Ну, ребят, ну как это может быть, а? 35 тысяч мощей. Это просто ужас. Ну ты посмотри, а. Дайте мне хоть кого-нибудь. Вот, вроде бы с этим можно попробовать, ребята, справиться. 35 тысяч мощей, ты представляешь? Ой, от одних сумм просто голова кружится. Так, я, наверное, здесь пропущу ход. Пускай они ко мне сюда сами подойдут поближе. Угу. Так, ну что? Как бы тут лучше сделать? Наверное, вот так вот. Теперь вот так. Следующим ходом будет у нас вот так вот. Погнали. Да-да-да. Ну-ка, если так. Ай-яй-яй-яй-яй. Вот это разбор. Вот это разбор, друзья мои. Кто ходит? Мы, да? Где враг? Тут врагов дофига. Так, надо уничтожить. Блин. Ёлки ты палки. Так, ну что? Ё-моё. Вот это да, вот это мы, ребята, проиграли. Для меня это было неожиданно, если честно. Я думал, что это мой конник стоит внизу, а это оказался вражеский. Не доглядел. Блин, пипец. Просто... Просто нет выбора, ребят. Куда ни плюнь, такие силы идут. Ну давай вот этого попробую. Нет, не попробую, не хочу. Я в шоке. Давай здесь глянем. Я офигею просто. Там по 20 тысяч, по 15 тысяч. Ну куда это годится? Начнем. Пропускаем ход, пускай они сюда бегут сами к нам. Вот они встали в рядочек, а мы с тобой поехали. Обалденно поехали. Так крутенько мы с тобой поехали. Прям вот, блин, слов нету. Так, бабуль, давай. Предположим. Он тоже, да, вызвал? Я что-то не могу понять, кто тут, где тут кто? По-моему, мы проигрываем, да, ребят? По-моему, да. Надо убирать вот этого чувачка из нашей команды. И нам нужно... Так, а у меня никого не осталось, ё-моё. Сейчас взрыв будет. Есть, мы победили, ребята. Мой бот все-таки одолел. Ну, бот, я имею в виду призванный. Вот этот вот всадник эфирный. Он все-таки одолел, справился. Ну что, еще одну победу. Давай попробуем, наверное, вот здесь.
Да, именно здесь. Улей. Может быть, нам с тобой убрать из нашей команды вот этого жабаненка? Нет. Пускай будет. Так, пропустим ход. Пускай они все идут сюда. Ё-моё. Да ну. Я думал, они не достанут, если честно. Не дотянутся. Они дотянулись. Так, а давай-ка эту бабулю. Не убили. Ай. Твою же, давай, дракон. Пора тебе сдохнуть. Есть. Ребят, мы победили. И забираем с тобой сундук. И помимо того, еще у нас Ринзи получила уровень, что очень прекрасно. Так, ну что, давай, давай, давай уже. Вот он, сундук. Монеты, гемы. Большая книга опыта. Зелье жизни, по-моему, да? Ну вот как-то так. Ага, мы еще с тобой здесь выполнили. Забираем награду. 300 монет, билеты, карточка. Одолейте противников с помощью синих существ. Угу. Так, ну давай посмотрим. Бабуля, что можно... О, так тут выковать не надо, а вот... Это, пожалуй, мы на нее наденем. 900, блин. И хочется, ребята, и жалко. У дракончика что? Только, блин, где вот взять? 3 камня нужно. Попробуем. Так, ну 2 камня мы с тобой нашли. Есть, все, все, хорош. Нашли мы с тобой камни. Давай сделаем. И повысим ранг. Так, здесь надеваем, надеваем. И здесь тоже надеваем. Представь, силы вот у моего дракона сейчас 851, даже 1000 нету. А там я видел противника 35 тысяч. Ты можешь себе представить? 35 тысяч, блин. Офигеть. Ну что, друзья мои, давайте пробовать проходить 59 уровень. Ну не могу, ребят, ну тут... Сейчас ты, в общем, все сам увидишь. Сейчас ты все сам увидишь и поймешь, почему у меня не получается. Так, ну что, вроде бы нормально, да, пока. Сейчас они все пойдут сюда. А эти будут вызывать. Вызывать своих воинов. Вот эти вот маги. Вот таким вот образом. Что мы можем с тобой сделать? Пыхнуть. Можем запустить шаровую молнию. Можем сделать вот так вот. Сделать можем провокацию. Это все, что мы с тобой можем сделать, ребята. Все, больше нам делать пока нечего. Пропускаем ход. А вот смотри, что тут происходит. Этого убиваем. Ну это жесть, ну согласись, что это жесть. Ну вот. Мак, давай спрячься сюда, пожалуйста.
Так. Все, пропускаем ход, ребят. Смотри, сейчас начнут разбирать. Видишь, маги бомбят. Минус маг. Запинали. Минус мой маг, минус лучница. Вот осталось тут, ты видишь, да? Кто у меня тут остался? Один только лишь конник. Один конник. Который сейчас будет, ребята, просто так отгребать. Вот скажи мне на милость, как вот здесь вот я должен справляться? Как? Я ума не приложу, как? Как здесь вообще можно? Я уже по-всякому пробовал. И стоять в кустах, и... ничего не помогает. Так, что мы тут с тобой забираем? Так, монетка, это все, конечно, все это прекрасно, все это замечательно. Может быть, бабулю взять? Но ее сразу убивает, ребят. Применить. Они идентичны, да? Только это обычные, это необычные. Сжечь предметы. Да у меня не так много предметов, чтобы сжигать. Эх, бабуля, бабуля. Ну, может быть, ее взять. Ну, видишь, дело в том, что по ней один раз звезданут. И все, и она, ребята, сдулась. И вот как мне быть? Я уже не один день пытаюсь пройти, и никак у меня не получается. Ну, уберем мы ее, да, предположим. Поставим жабаненка, к примеру. Может быть, конечно, здесь нужны массовые... Ну, ты понимаешь, о чем я говорю, да? Те, кто может массово бомбить. Но, опять же, вот как я до туда доберусь? Они мне перекроют путь. Они мне просто перекроют путь. Смотри. Ну, ладно, здесь... одного подбили. Ну, смотри, что дальше тут будет происходить. Видишь, да? Видишь, что делают маги? Они трешуют, они вообще тут такой расколбас делают. Ой, кто здесь у нас? По идее, лучники самые такие здесь опасные. Во-первых, они пробивают, ребят, броню. Если еще кто-то не в курсе. Так, подожди, подожди. Трындец. Ну, вообще жестко, конечно. Мага убивает просто. Смотри. Ужас. Нет, ребят. Никак. Ну никак не получается. Я уже не знаю, что здесь сделать. Офигеть.
просто их слишком много. Их слишком много. На мою армию. Ты посмотри, сколько их. Считай в два раза больше, чем нас. Считай в два раза больше, чем нас. Трэш, конечно. Раз, два, три, блин. Попробуем, давай так сделать. Так, дракончик, давай вот сюда вот. Перелети. Все вот в эту сторону встанем, если что. Видишь, все, вот они меня перекрыли. И все, ребят, я больше туда не смогу к ним перейти. Ну, давай, вжариваем. Сюда, может быть, бомбанем. Так, бабуль, ты... В плане... В плане слишком далеко. А тут... Лучники здесь противные. Давай их так вот сделаем. Блин. Эх. Все, рыцарь остался один-один. Сейчас уничтожит, естественно, мне мага. Да блин, они меня даже не пропускают туда, ты понимаешь? Я не могу туда пройти. Просто к этим магам не подойти. Они перекрывают тебя все, полностью. Ох, бесявые. Так, может быть, нам попробовать с тобой взять... Летающего. Кто у нас летающий? У нас летающий есть этот, который... Как его? Карнис? Корнис. У него, кстати, есть лед. Давай заберем. У него есть лед. Может быть... Давай посмотрим. А вдруг получится. Может быть, и этого взять. Давай тогда сделаем вот так вот. Попытаемся сюда. А вместо бабули Зольку, может быть. Вот этого не знаю, что за герой. Он, по-моему, паутину делает. Давай пропустим ход. Посмотрим. Ну, начинается вот это вот. Ну что, поехали. К примеру, да? И... Подожди-ка секунду. Ну, сюда вот мы с тобой поставим, к примеру. Я немножко удивлен, почему дракон не может вот сюда вот перелететь. Почему ему, блин, не хватает силы? Ну, пропустим ход, посмотрим. Понятно. Я офигею, блин. Ну-ка. Да вот хрен там. Ничего у нас не получится, ребят. Не могу. Просто, просто вот не получается все. Я не знаю, как вы, если вы прошли, напишите мне в комментариях, кем
кем вообще тут можно это пройти? Тут, по-моему, нереально, ребята. По крайней мере, я уже все перепробовал. Я даже не представляю, какой там уровень будет с боссом, если я здесь не могу ничего сделать. Ты. Не канает. Все, я в шоке, ребят. Я в шоке от этого всего. Давай попробуем Зольку поставить. Вот так вот. Ну и подождать, когда они подойдут. Так, они могут проходить только на одну клетку, ведь так? Так. Поэтому нам надо вот здесь вот занять позиции, так сказать. Пропускаем ход, пускай они подходят все сюда, поближе. Блок. Починил, да? Поехали. А лучника, главное, не задело. Ну-ка. Да ты будешь бомбить свой лед-то. В плане ты не хочешь. А, ну давай так. Куда ж ты вышел-то, дурачок? Угу. Да, этого, конечно, сейчас ушатают. Ждем. Бедный, бедный, бедный. Так, что у нас дальше идет с тобой? Лучник. Маг. Ах ты, гадёк, а? Сломали, да? Все-таки сломали, ребята. Так, он может укачинить этих. Ну что ты можешь хоть... Дракон вообще ничего не может тебе сделать. Сейчас этот лучник выстрелит, да? И убил Зольку. Просто убил Зольку. Ну это ведь нереально, ребята, сделать. Ну ведь это нереально пройти здесь моим отрядом. Ну ты сам видишь, что здесь происходит. О, взрыв мозга, просто взрыв мозга, друзья мои. Тут, я не знаю, либо фармом надо заниматься, либо прокачкой, либо я не знаю, чем еще тут можно заняться. Пройти эти уровни, давай пройдем те, что мы еще с тобой не прошли. Хотя бы. Я в шоке. Хочешь вот... Мое мнение, я в шоке просто от того, что здесь происходит. Поехали. Так, пропустим здесь ход. И погнали. Бабуля, почему ты так сделал? Почему ты... Пропускай ход. Ай, блин. Ай, бабка, бабка, бабка отдуплилась, ребята. Делаем вывод. Бабку брать в отряд не стоит.
Так что мы ее брать не будем с тобой в отряд. Да. Здесь по-прежнему ни черташечки у нас не получается. Я думал, хоть как-нибудь. Нифига. Ни в какую не поддается нам этот уровень. Блин. Какое-то вот усиление было бы. Или какая-то защита, я не знаю. Так, бабка, извини. Но придется тебе отдохнуть. И тебе, парень, по-моему, тоже надо отдохнуть. Возьму я лучше Монти. Поехали. Так, этого выставим немножко сюда вперед. Так вот, поехали. Начнем. А если так? Но здесь минус троечка, это хорошо, ребят. Давай-ка вот так сделаем. Ну, вот здесь уже что-то, ребята, должно получиться. Здесь у нас, по-моему, идеально, я даже сказал, наверное, получится. Так, я беру провокацию вот сюда. Переманиваем, так сказать, внимание. Он должен игнорировать броню. Я в упор не вижу, ребят, чтобы он игнорировал какую-то броню. Так. Бомбим. Все, на 3 звезды, друзья. Так, отлично. Эти у нас имеют максимальный уровень. Да, нужно прокачка им дальнейшая. Именно для конника. Для Монти. Так, какой у нас еще уровень с собой не пройден? Вот этот. Маги и лучники здесь. Кто против лучников хорош, а? Вот скажи-ка мне на милость. Кто против лучников здесь хорош? А, мы тут еще и втроем. Просто великолепно. Ну давай встанем сюда, наверное. Что, ты хочешь сказать, что ты вообще ничего не можешь сделать, что ли? Пипец, дракона, что ли, вальнули моего? Ну, с удара. Они не оборзели ли, а? Офигею, блин. Ну посмотри. Конника просто растоптали. Я не знаю. Ну как? Как это сделать? Блин, были бы у меня какие-то новые персонажи, может быть. Ну втроем, блин, здесь. Ну это ж... Втроем. Да ёпта, мага завалили, блин. Ну, почти все было хорошо, ребят. Я почти почувствовал уже победу, можно так сказать. Да ты бей ты уже эту. Так, стоим по местам. Да-да-да, стоим по местам, потому что у нас тут с тобой идет отхил.
Ну, бомби его, что ты? А смысл-то? Мы все равно с тобой потеряли этого. Слушай, ну он хороший. Вот он, когда стоит на отхиле, он очень хороший, ребят. Просто его так не пробьешь. Так, Тара скоро получит у нас уровень. Угу. Слушай, а если мы с тобой займем, например, все эти ячейки, а? Ну, к примеру. Все ячейки, где у нас идет отхил. Сможет, может, от этого какой-то будет эффект у нас. Вот смотри. Тихо, подожди. Тара ставим сюда. Вот мага, может быть, убрать нам. Если я мага уберу, кого нам поставить? Даже не знаю, ребят. К примеру. Так. Тихо. Так, друзья мои, по-моему... Добей. Да, блин! Теперь они уничтожили этого мага, а? Ну ведь все четко было. Ну что им, блин, не понравилось, а? Ё-моё, блин, мага теперь завалили, ты понимаешь? Всего лишь 8 уровень у меня получает Тару. Слушай, что-то маленький. Слушай, если его прокачать до 10 хотя бы, я думаю, что он будет нормальным танком. Так, забираем здесь награды. Угу. Дай-ка я прокачаю нашего дружка. Так, сюда. Новый ранг. Прекрасно. Что там? Ага, 331 мощь у него. Но это, конечно, мало. Это мало, ребят. Видишь, говорят, повысь его до следующего. А сколько нужно? 50. Так, попробуем здесь тогда. Ой. Это все маги, да? Это все маги сплошные. Ой. Господи, как взглянешь, вздрогнешь, блин. Сколько их там. Вот как они хотят, чтобы я здесь... Ой, не знаю, друзья, вообще не знаю. Посмотрим. Смотри, что творят. Просто жесть. Что они тут вытворяют? Ай, Монти, 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 Монти. Слушай, Монти выжил. Так, попробуем. Отлично. А, все, отлично, все хорошо. Фу, я ж немножко попутал. Ну, Монти все равно завалят. Маг. Маг 100%. Хотя, постой. Блин. Как сделать-то, а?
Клетки с отхилом здесь нету, поэтому отхиляться я здесь не смогу. Но этот дракон я подставляю, получается, да? А, у меня уже всадника все равно нету, да? Получается, да, ребят? Жутко. Да, тут вообще проиграли. Как я это проходил, я ума не приложу, ребят. Сколько у меня энергии? Вот покажите мне, сколько у меня осталось энергии. 14. Ханна. Крит 36. Так лучше, конечно, вот это надевать, наверное, мне кажется. С критом 36. Все. Нужно повышать им, наверное, ребята, уровень, звездность. А для того, чтобы ее повышать, нам нужно искать, как ты понимаешь, осколки. Только в этом случае мы с тобой, может быть... Еще что-то. А где вот мне, например, искать осколки на... На тебя? Вот где мне искать на него осколки? Вот здесь, на 18-м бою. 230. Тратим, ребята, тратим гемы. Все, да? Попытки закончились. Ну и сколько вот я, например, насобирал сейчас на него? Давай посмотрим. 17. Кто у нас еще там по прокачке больше не может двигаться? Покажите мне, пожалуйста, персонажей всех моих. Блин, да где их глянуть? Вот здесь, да? Дракон, по-моему, да? А, нет, маг. Нет, маг может еще прокачиваться. Погоди, а кто же тогда? Конник и... Подожди, а кто ты? А, Монти. Ну, конечно, Монти. Тихо, подожди. Подожди. Там было показано что? Где я могу найти его или... Камень призыва, это к чему? Портал призыва. А, ну понятно. Гемы, кстати, ребята, гемов у меня больше нету. 14 штук осталось, ты представляешь? 14. Все спустил. Абсолютно. И искать Монти я могу только вот в первом этом рейде. 1, 2, 3, 6, 7, 8. И последний. 10. Ребята, 10 карточек я всего лишь на него нашел. А нужно... А нужно, сейчас скажу тебе сколько. Подожди, в плане? Я же нашел на него сейчас карточки. Вы что, ребят? Странно. Ну что, как ты понял, да? У меня не выходит, ребята, пройти вот этот вот уровень. 59-й. Соответственно, я молчу, что на 60-м будет. Но надо прокачиваться, надо прокачиваться. Нужно фармить, нужно прокачивать героев. Короче, как только, ребята, мы станем сильнее, тогда и выйдет следующая серия. Потому что, ну, вот такие вот серии, где мои попытки просто летят коту под хвост, я думаю, делать не стоит. Так что, всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.